в терминах разберемся еще чуть-чуть. Значит, тракция, то, что мы делаем, вот мы вытягиваем, да, как правило, вытягиваем еще с растяжением, да, это тракция называется. Траст – это хруст, это когда мы уже растянули, там, да, провибрировали, и потом нажали, так, не слышно, вот это слышимый звук. Если нагибаем вперед человека, или у него согнут сам позвоночник вперед, то есть это не только выпрямленный, например, лордоз, который превратился в кифоз, да, а может быть еще и шея нагнута, да, это уже флексия называется, то есть все загибы вперед, это флексия. А если назад, то есть прогиб назад, вот так вот, да, это экстензия называется, то есть позвоночник еще может быть выгнут как-то назад. То есть это тоже уже может быть либо нашим движением с таким названием, да, либо это какая-то проблема уже, в которой приписана к одной проблеме вторая проблема. Все, давай продолжать.